Шоу с казацкими шашками, воздушные шары в небе и спонтанные танцы. Жители Самарского района собрались на Ленинградском спуске, чтобы отпраздновать гордый праздник – День России. У каждого он рождает свои эмоции. Я независимая, от кого не знаю. Не то от детей, не то от внуков, но независимая. Спокойно гуляю, и тем более государство еще чуть-чуть нас поддерживает. За все спасибо. Это праздник. У меня погиб отец под Сталинградом, понимаете? И я это всю жизнь знаю, чувствую. Мама сохранила все письма его с фронта, 60 их писем. Так что для меня война, хоть я ее не застала, я с 40-го года, мне 75 лет скоро. Но я, она у меня в душе. Я это, вот поет хор, а у меня мурашки. Хор под руководством Владимира Ощепкова радовал зрителей и песнями патриотическими и трогательными, и своими костюмами. Артисты нарядились в российский триколор. Мир, чистота и непорочность белого, верность и правда синего, энергия, сила и отвага красного. Активных и неравнодушных в Самарском районе достаточно. Они действительно готовы выйти, заниматься своим двором, потом выходя из двора соседним двором. То есть мы видим эту инициативу людей каждый день. Жители Самарского района продемонстрировали единение и готовность собираться не только по праздникам, но и сообща решать проблемы района и каждого жителя в отдельности. Марьяна Мирная, Артем Сулайманов. События.